Доброе утро. Ты куда, в школу? Да. А куда еще? Главное, чтобы никто не пришел. Ну почему? Ну поделись с кем-то. Настя будет просить, а они могут у меня и где-то месяц или неделю лежать у меня эти конфеты в портфеле. Да я. Я такой был. Я готовлю обед, решила, вчера купила творог, и никто не хочет творог со сметаной, поэтому здесь у меня творог чуть больше, чем 0,5 килограмма, 3 яйца, посолила, и сейчас буду добавлять муку, в общем, до того момента, пока не перестанет липнуть тесто. Здесь вот я обычно и пряники раскатываю на вот этой доске, и сейчас, и потом ее прям мою хорошо. Сейчас буду здесь вареники тоже раскатывать, чтобы потом стол не отмывать. Вот тесто, вот такой вот получается, шарик такой из теста. И сейчас я его просто прикрою вот этой же мисочкой, в которой замешивала творожок. И оно отдохнет, а я пока поставлю воду. Вот, варенички. Нарезала их на колбаски, раскатала. И сейчас буду варить, здесь уже как раз водичка закипает. Пятница, с Антохой отходим по пятерочке. Посмотри, вот какие-то. Тебе такие не нравятся? О, папа нам решил затопить, а то мы сегодня не топили. Да вы вообще халявщики. Представляешь, Антоха купил. Вы, наверное, не ели сегодня, потому что папа не ел. Не, не ели. Ты себе пятницу устроил? Сегодня ж пятница. Что там рассказывать? Все хорошо, это я сейчас занесла пряники. Да выключи ты его. А, да, потом рассказывай. Сегодня хороший день, все успела, забрала посылку с почты. Здесь в этой коробке мои коробки для пряников. И что еще? И Гришку отвезла. Сейчас иду к своим мальчикам, нужно еще ужин приготовить. Ну что, мои футболисты готовы? Поехали. Так вон тебе футбол. Нет, я не хочу. Да, ну весной будем ходить. Давайте обуваться. Ой, весна сюда. Давай, Антош, только выключай компьютер, хорошо? Да. Давай, и свет здесь. И свет здесь. Завезу детей к родителям, а сами с мамой поедем на концерт. Вот, Виктория и Антон Макарские. И посмотрела, что у меня любимые места, то есть второй ряд, 28 место и 27. То есть я обожаю эти числа, 28 для меня вообще обалденное число. Вот, сейчас поедем. Так, посудомойка. Мыла посуду мне. А здесь что у нас? Макарошки приготовила с индейкой. У нас теперь индейка, наверное, везде будет. Пока я мыла голову, тут у меня убегал компот. Потом приеду, буду все это мыть. В общем, компот сварила. И посуду, что в посудомойке, что сама помыла. Ну что, там нету луж, Афонь? Нет, нормально. Как груша. Антоха сам надул, что он теперь как груша. Эти по хорошей качеству, если я бы такой там магните вообще такой не надуть. Да, он они сразу... сразу лопнут. Ну да, да. А вот эти прям хорошие. Это как груша. Дай. Серый, привет. Встречай детей. Провожай бабушку. Бабушка здесь. Бабушка, мы едем. А, ты новый свитерок себе, да? Новый свитерок. Красавица должна быть. Все, красавица? Да, мы на концерт. Красавица собралась, да? Да. Поехали. Поехали. Так вот, мы с мамой уже на Красной. Какой-то здесь супермаркет, да? Да, круглосуточный. Здесь вот мы. А здесь что? А, это ж уже на Одесской мы, да? Вот эта арка. Да, 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 да. Не бабушкина. Бабушкина, да. Угу. Я в шоке, как здесь красиво. Как мне нравится. А помнишь, что тут же кинотеатр Северный был? Нет, Россия. Мам, ну я не помню. Ты не помнишь Россию? А вот же Домяна. В 77-м? Да, в 77-м. И теперь уже... Так,
Приехали в 6, сейчас начало 7, вот в 7 у нас этот, мы больше, чем 1.5 часа, да, 1:40, получается, ехали, да, со станицы, да, да. Вот мы выехали в 16:30, здесь какая-то гостиница, все светится, прям весь Краснодар такой красавчик, все, помимо того, что все красное светится на навигаторе, потому что все стоит, ну нормально, за 1:40 мы доехали. Ну, еще не зашли. Сейчас же пойдем еще зайдем, да. Все, мы пришли. Хоть бы потом машину найти. Мы где-то в скольких минут? 5, наверное, дошли. Вот центральный концертный зал. Красная 5. Сейчас будем заходить. Пошли тогда туда, под этот. Да, то непонятно, какой-то дождик моросит. Сейчас уже вроде. Да, сейчас вроде уже нет, да? Вот, что-то новогоднее будет. Пошли сейчас, смотри, что здесь, театр, да? Театр еще приезжает, какого, 20 декабря, да? Какого? 20-го. Ага, взрослые игры. Это что? Мюзикл. Он тоже хорошо играет. Все артисты, все классные. А вот еще мюзикл 22 декабря, тоже интересный, наверное, да? И вот еще мюзикл «На хуторе близ Диканьки», 6+. Какого? 23-го, да? 2 часа. В общем, уже все, надо к Новому году. Рождественский концерт когда? 7 января, да, казачий хор будет. А вот это Пушкинская библиотека. Пушкин, вот он там вот в елочках спрятался. А тую, да, это же ее одну такую, да, обрезали? Ну да, вот глянь, как ее обрезали, классно, да? Угу. Теперь у нас есть время, полюбуемся кубанским казачьим хором, да? Угу. Красота. Такая мини-выставка. Теперь идем в зал. А вот тут же буфет. Мы в буфете купили кофе, лаваш и ромовую бабу. Здесь такие хорошие цены, все по 100 рублей. Пошли. Ой, тут все уже, гля, подготовлено, да, все эти. У нас второй ряд. 27-28, пошли искать. Все, пришли мы на концерт, сидим, ждем. Зал так, по идее, должен быть полный, да, мам? Еще тогда больше месяца назад мы покупали билеты, было уже почти все раскуплено. Есть те люди, без которых не обходится. В принципе, у нас каждый человек незаменим и уникален, но в нашем коллективе есть брутальные, темпераментные. Саркенов! Не жена! Единственный счастливчик на двух коллективах. Прям по пяткам по полу не ходят, есть такие, да?
Переодеть невозможно. Ну, когда джинсы уже порвались, можно их только порвать окончательно, потому что будет их носить до последнего, но... А у меня общежитская школа. Знаете, с возрастом мне пришло мудрое понимание, что если он так постоянно в вещах, то когда я буду старенькая, дырочку потертую, он не бросит. Слились в одном предание без конца, как поцелуй, и все тянется до хрена. Сейчас хочется спеть песню, посвятив ее спецназу нашего духовенства, иночества. Спасибо. И без пожеланий. Подожди. Спасибо вам большое, Ставрополь тоже родной. Для меня город. Я там провел год своей жизни, когда мне было... Прошу исполнить песню «Как жаль» из кинофильма «Возвращение мушкетеров». Ох, тоже. Обязательно исполню. Чуть позже. А сейчас нужно выполнять. Вика, все-таки где ты? Да, подождите. Я просто сейчас... Я хочу спеть сейчас песню, которую Том ненавидит. Можно сейчас спеть? Слушайте мужа, женщина, слушайте мужа.
собрались. И как лето она его любила, говорила, не скрывала, отдавала все, что есть, чего нет. Как мне казалось всегда, я попою по-французски после того, как мы познакомились с французами, я им спела, они сказали, неплохо поет парень, а на каком языке? Еще прошу прощения у тех, кто знает иностранные языки. Но я приходил на какой-нибудь экзамен, там, например, физика, и говорил, давайте я вам спою. И мне вместо положенного кола ставили троечку волшебного. Дорогие учителя, низкий вам поклон. Спасибо огромное за то, что вы делаете, за ваш труд. Потому что вот в моем случае спустя десятилетия я это начал понимать. Вот. Ну и если вы поможете мне спеть эту песню, я буду счастлив. Я вас. Девичью Морозову, ныне Макарская!
шутками звонком стоит опорный путь опять. Ого! Неожиданно. Да, согласен. Песня о далекой родине. Виктория, Антон, спасибо. Мы очень вас ждали, любим, обнимаем. Сергей и Юля. Спасибо большое, Сергей и Юля. Ну что, слабой? Да? Не поднять бокал. В общем, хочется сказать Антону, что многие песни совершенно по-другому звучат, когда мы переживаем, ну, какой-то опыт приходит. Вот у нас вот то, что мы рожали в Израиле, то, что моя мама не отпустила Вику, мы прилетели на недельку, остались на 4 года. И по-другому совершенно зазвучала эта песня, под которую мы с моим дедушкой, народным артистом России, всегда начали. Гриша, мы уже дома, в общем-то, Григорий тут фокусы нам показывал, как ты это сделал, да, я гляну. Шпажкой проткнул шарик, прям по-настоящему. И он сдувается. А почему? Потому что, глянь, ну здесь как бы это, толстые такие, ага. Ну. Места? И я, ну, эти места проколол. А потом уже надул, да? Или нет? Нет, я надул, а потом уже прокалывал. Да? Ну, осторожно, а то нам... Нет. А вот теперь он сдувается, да? Так, шпажку теперь иди выкидывай, чтобы никого не уколоть. Мам, давай.